Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и сегодня я расскажу вам, как устроен морозильный ларь Haier HCE-519R. И начнем с самого главного – полезного объема. В данной модели он впечатляющий – целых 500 честных литров. А что это значит, мы с вами сейчас проверим. Для наглядности предлагаю провести эксперимент. Мы подведем к ларю воду и пустим ее прямо в камеру морозильного ларя через счетчик. Точно такой же, как у каждого из нас дома. Мы установили две камеры. Одну у счетчика, вторую с фокусом на емкость ларя. И сейчас мы с вами проверим, поместятся ли все 500 литров в этот морозильный ларь. И для того, чтобы не терять времени, мы покажем вам ускоренную версию видео. Но без монтажа, все по-честному. Итак, начнем. Итак, друзья, на нашем счетчике ровно 500 литров. Эксперимент удался, но на этом мы с вами не заканчиваем. И вот еще три свойства, которые делают хранение продуктов более удобным. Во-первых, подсветка, для того, чтобы быстро найти то, что вам нужно. Во-вторых, подвесные корзины, для продуктов, которые всегда должны быть под рукой. В-третьих, замок, для того, чтобы не беспокоиться о сохранности ваших продуктов. Кстати, морозильный ларь Haier замораживает 32 килограмма теплой продукции в сутки и делает это практически бесшумно. Вот послушайте. При отключении электропитания морозильный ларь Haier будет сохранять температуру заморозки и свежесть ваших продуктов до 35 часов. Морозильный ларь Haier HCE-519R отмечен классом энергоэффективности А+. Он расходует всего 1 кВт-час в сутки. А это значит, что он будет экономно потреблять электроэнергию и прослужит долго. Регулирование температуры заморозки и управление настройками электронные. Всего 3 кнопки и дисплей. Все интуитивно и понятно. Это простая в управлении и функциональная техника, которая подойдет как для личного пользования, так и для бизнеса. Более подробную информацию о морозильном ларе Haier HCE-519R вы можете получить на официальном сайте haieronline.ru. До встречи, друзья!